Добрый день. Сегодня мы подводим итоги подготовки дизайн-проекта и реализации офиса компании Ангар и Мэг. И берем видеоотзывы представителей компании Милы. Хотим услышать, как вообще было общее сотрудничество с нашей компанией, понравилось им с нами работать, какие впечатления по результатам работы. Ну, сотрудничество, как говорит, было плодотворным, были, конечно, и плюсы. И минусы, не все как бы так гладко, как хотелось бы, но, в общем, прислушивались к нашим пожеланиям, делали какие-то изменения по нашим корректировкам. В принципе, то, что было на визуализации, то и получилось в жизни. Как вообще общение с сотрудниками, которые работали с вами на всех этапах, сопровождали этот проект? Ребята достаточно попались коммуникабельные, прислушивались к тому, что мы хотели, в плане каких-то недочетов, все старались изменять под наше усмотрение. Мы от лица нашей компании хотим поблагодарить вас за интересную работу. Надеемся, что вы будете рекомендовать нас партнерам, друзьям, которые могут заказать у нас услуги. Будущих клиентов компании Private House мы ждем на сайте privatehouse.by, где можно получить больше информации о наших услугах, либо по адресу Леонида Беды 45, где менеджеры окажут консультацию и расскажут о наших услугах более подробно. Спасибо.